В литовских лесах стал чаще встречаться боровик золотистый. Более 20 лет назад этот гриб появился на Куршской косе, а сейчас его находят в Малете, Вильнюсе и других местах. В сентябре о появлении этих грибов сообщал Жемайтийский национальный парк. А также в текущем году боровик золотистый попал в топ-10 видов съедобных грибов Литвы. Натуралист Дэвидас Макявичус так охарактеризовал свойства боровика золотистого. На вкус он хуже боровика настоящего, но не хуже подберезовика. Вареные грибы не чернеют, а после разрезания мякоть не синеет. Это чистый гриб, поскольку встречается в сосновых борах. Отличный гриб! А вам уже попадался боровик золотистый? Пишите в комментариях.